Перемена участи Иоанна Антоновича невозможна. Он останется в России. Да, государь. Убери это. Что с тобой, Фредерико? Держись бодрее, не время болеть. Нарочно это делаешь? Граф Салтыков с поручением его императорского высочества. Федорович. Петр Федорович зовет на охоту. Вот и ожила. Куда приглашает? Опять на мороз? Доброго дня. Его высочество приглашает вас на охоту, а после отметить ее бокалом глинтвейна. Князь. Что это у вас? Я буду счастлива увидеть Петра Федоровича сегодня еще раз. Передайте ему. Фредерико, девочка милая, очнись. Фредерико, да что с тобой?